на хозяина внедорожника, который утащил на тросе вас, загородивший путь, заводить уголовное дело не стали. Мужчина в феврале этого года отбуксировал чужое авто и якобы даже поцарапал и испортил кузов. Это кадры с места событий. На ВАЗе 99-й модели вмятины и царапины. Хозяйка 99-й приехала по работе к магазину и припарковалась. А когда вышла, машины уже не было. Автоледи сразу вызвала полицию. Как он ее тащил, получается, сам задом ехал, ой, или передом, вот он, получается, уехал. Полицейские тогда соседи опросили, а также взяли записи с камер видеонаблюдения. Тогда-то и выяснилось, мужчина на внедорожнике не просто дернул 99-ку метров на 5, он вывез ее в соседний двор по узкому проезду, рискуя подбить припаркованные там машины. И вот в действиях хозяина ленд-крузера ничего криминального не увидели. Владелица поврежденной машины намерена опротестовать решение о прекращении уголовного дела и добиваться компенсации ущерба через суд.